редко что нарушает предвесеннюю тишину в лесах у Литовского озера Пуща. Тревога напрасна. Сегодня люди пришли, чтобы позаботиться о судьбе лесных обитателей. Ведь канун весны – самая тяжелая, голодная пора для животных. Забыли о страхе и пугливые куропатки. Они стремятся к людскому жилью. Здесь им приготовили кормушки. К концу зимы под толстым слоем льда в воде не хватает кислорода. И на помощь рыбе тоже пришел человек. Через связки камыша воздух будет свободно поступать под лед.